Реальному сектору американской экономики все еще далеко до полного восстановления после кризиса. Стимулирующие программы Федрезерва только увеличивают доходы банков и финансовых компаний, а также 5% богатейших граждан, которые владеют акциями и инвестиционной недвижимостью. Массовое недовольство коррупцией в финансовом секторе быстро закончилось. От движения оккупации Уолл-стрит просто откупились, не потребовалось ни собак, ни слезоточивого газа. Теперь большинство американцев не волнуют окутанные тайны отношения между Вашингтоном и крупными банками.